В древние века в Трансильвании во главе кланов стояли женщины. Некоторые из них практиковали магию смерти, за что на них было наложено проклятие. Их называли «женщины в черном». Во имя рода. Теперь мы одна семья. Что это? Твоя американская невеста должна знать историю нашего рода. Зачем ей это? Не понимаю. Такова традиция. Мы потомки древнего рода, чьи женщины наделены особым даром. Дай руку, я прочитаю твою судьбу. Дорогой, я хочу вернуться домой. Наши матери восстают против невесты. Ей нужно пройти обряд посвящения. Оставьте ее. Что это? Они прокляли меня. Ты должен помочь нам. Мы уезжаем отсюда. Она разбудила злой дух нашего рода. «Женщины в черном» в кино с 9 декабря.